есть неприятие, особенно если люди живут вместе долго. Особенностью, опять-таки, обычного права является то, что оно как бы хорошо работает там, где люди тесно связаны друг с другом во всех сферах деятельности. Возьмем средневековый уклад, возьмем уклад Сомали. Эти люди связаны, они видят друг друга каждый день. Да, они друг друга хорошо все знают, даже если это много людей, даже если это клан. То есть это все просто как бы масштабируется уже на большое. Понятно, что не все члены клана знают друг друга. Но все равно можно организовать правовую систему, вот как бы все время вот меняя масштаб вот этого джилипа, делая больше. Но в основе все равно лежит то, что эти люди связаны друг с другом. В городе в современном, вот так как мы живем сейчас, особенно в государстве, конечно, нам кажется, что мы живем отдельно. То есть связь-то между нами есть, она очень крепкая, но она как бы в виде рыночных связей, вот этих вот невидимой руки. А связи именно вот такие буквальные, от одной персоны к другой, конечно, очень мало, поэтому нам кажется, что такое право, в принципе, работать не может. На самом деле оно прекрасно работает, вот, но только при некоторых условиях, но даже у нас, в нашей системе, может оно работать, но немножко, так сказать, по-другому. Например, право различных групп, да, то есть обычное право, оно действует в группах, где люди связаны друг с другом, они даже могут не знать, что они там руководствуются этим обычным правом, как правило, да. Ну вот мне приходит в голову, например, книжка этого Вудхауза «Парджипс и Вустера». Вот. Все, собственно говоря, рассказы про Вустера сводятся к тому, что Вустер пытается избавиться от помолвки. Да, его пытаются, значит, его тетушки пытаются выдать женитьбу на какой-то девушке, а он, значит, в каждом рассказе от этих помолвок, так сказать, пытается вот избежать вот, с помощью Джипса. Джипс каждый раз придумывает новые схемы, значит, как спасти Вустера от того, чтобы его женили. Вот. Так вот, здесь самое типичное обычное право, потому что Вустер говорит, что у него есть кодекс Вустера, никакого кодекса Вустера физически нет. Кодекс Вустера – это его тетушка. Да? Кодекс Вустера не позволяет Вустеру отказать в помолвке. И поэтому, если он будет, так сказать, это случится, да, то он тогда уже будет, как это сказать, женен. Или как это? Вот. Выйдет замуж. Вот. И поэтому он предлагает такие усилия для того, чтобы избавиться. Но вот эта система обычного права, она состоит из тетушек, которые хотят его, так сказать, поскорее женить. Вот. И Вустера, который хочет от них избавиться. Но они действуют, вот, именно там действует такая вот штука, как в типичном вот, обычном праве. Вот. Поэтому, да, к чужакам будут, скажем так, относиться. Обжалования не было. То есть решение суда первой инстанции было последним. Да, то есть, видимо, действовали так, чтобы всех вот каким-то образом вот удовлетворить. Если просто, тут просто, как мне кажется, нужно понять, что залоги и поручительства пронизывали всю жизнь. Там приводятся примеры того, что фермеры, значит, перед тем, как выходить в поле после зимы, давали друг другу залоги постоянно. Потому что, не дай Боже, он там другого поцарапает, вот он заранее давал ему залог, чтобы тот был уверен в том, что как бы, этого не будет, да, что он будет какую-то ответственность нести. То есть эта система пронизывала всю жизнь, от самых простых отношений до отношений, опять-таки, уже когда они переходят в область права. Жизнь, так сказать, вот, клановая, она настолько находится в другой плоскости от вот этого уровня, что, естественно, когда этот уровень пытается туда, так сказать, влезть, то он там получает какой-то отпор. Но я просто скажу в качестве примера, чтобы понимали, как сомалийцы вообще воспринимают вот эту всю систему государственную. Если какой-то сомалиец, так сказать, получает какую-то должность, они это рассматривают как то, что клан теперь имеет через него все возможности действовать через вот этот институт. То есть коррупция считается не то, что там злом, она считается причиной, почему этот человек там находится. То есть теперь к нему любой родственник его может прийти, вот, и сказать, и от этого избавиться невозможно. То есть, потому что это прошито именно в клановой системе. Мало того, там опять-таки интересный нюанс вот этой книги. В Анотене есть то, как они воспринимают этих самых таможенников. Таможенников они воспринимают как преступников. Почему? Потому что это нарушение свободной торговли. Сомалийское право гарантирует полную свободу торговли. Если здесь есть какой-то хрыч, который стоит и отнимает, они в буквальном смысле понимают то, что происходит. Не так, как мы. А закон там где-то предпишет. Грабеж есть грабеж. Все. Таможенник – преступник. Все. Потому что он стоит, он грабит, он бандит. То есть по вот этим вот плановым представлениям это именно так. Вот.
В Ирландии, как я сказал, если вы чужак и были на территории Ирландии, то прав у вас не было. Вам нужно было опять-таки иметь контракт, либо какие-то другие дела. То есть, когда я говорю, что не было прав, это не значит, что их там сразу убивали на входе. Вот. Это значит, что вы должны были сказать, кому вы сюда пришли. Вот. А дальше уже действовали, ну, как правило, я думаю, что это были какие-то правила, опять-таки связаны с тем, что хозяин отвечает за гостя. То есть, по факту, контракт должен был заключаться где-то снаружи? Ну, видимо, да, или, видимо, этим делом занимались в том числе и бригоны, потому что бригоны там занимались фактически всем, что было связано. Ну, я еще раз хочу сказать, что это была отдельная совершенно группа людей, то есть как римские юристы, но в случае Ирландии, мало того, они были частью вот этих рангов. То есть это были сами по себе очень богатые люди, то есть бригоном не мог стать человек, который закончил юрфак. Да? Он должен был быть очень богатым, что, видимо, тоже придавало ему своего рода как бы независимость от взяток, там, от прочих таких вещей. Ранг бригонов шел сразу после ранга королей. Это был следующий как бы, ранг после них. Вот. И они были адвокатами, они были юрисконсультами, судьями, то есть все вот функции, которые у нас сейчас есть, связаны с правом, делали вот эти вот люди. Вот. То есть я думаю, что в данном случае они действовали через них, то есть через вот этих вот юристов, которые, ну, так сказать, свою копеечку вряд ли они бы упускали, то есть они каким-то образом, видимо, этот вопрос решали. Но вот именно ответов в буквальном смысле на ваш вопрос я не знаю, потому что на самом деле интересный случай здесь то, что в ирландском праве информация значительно меньше, чем об исландском. Хотя Исландия существовала 300 лет, да, в этом режиме, а Ирландия там больше 1000. Связано со многими причинами, вот с тем, что книги бригонов содержат специфическую терминологию, которую нужно расшифровывать, вот написано на этом староирландском языке, который никто не знает, ну и так далее, и так далее, и так далее. Плюс там англичане постарались, конечно же, еще и в том смысле, чтобы никаких следов от этого права не осталось, потому что англичане очень страдали от него, поскольку жители этих английских колоний, они все время перебегали туда к ирландцам жить. Вот. И даже уставы этих колоний как бы запрещали англичанам, которые там жили, пользоваться бригонским правом, то есть, ну, поскольку такие прецеденты постоянно были, поскольку оно лучше, чем английское вот это вот общее право. Но вот этих многих деталей, о которых спрашиваете, их попросту нет. То есть я долго искал источники, нашел, они разные, они противоречат друг другу во многом, но в целом как бы пытался такую какую-то общую картину. Я вам сейчас пример приведу, очень простой. Закон – это спонтанный порядок. Другой пример спонтанного порядка – это язык. Язык един? Ну, смотря где. Вот. Берем, есть какие-то региональные там диалекты, да? Но язык един. Мы все друг друга понимаем, да? Там, вот. Почему? Потому что мы каждый являемся носителем языка. Точно так же в обычном праве каждый является носителем вот этого права. И если нам нужно узнать, как, значит, правильно писать там, какие-то слова, мы идем к кому? К юристу. Вот. То есть мы в данном случае смотрим в гугле, там правила, не знаю, там еще что-то такое, смотрим правила. Если важно, чтобы эти правила соблюдать. Мы с вами говорим, так или иначе подчиняясь правилам, иначе нас понять будет нельзя, правильно? Точно так же и правы эти люди действуют, потому что они знают эти правила, и другие придерживаются точно таких же правил. Когда возникает спорный вопрос, тогда есть специалист, там лингвист или Google, который нам расскажет, как правильно писать ся-ся. Вот. Когда нам это важно. Когда не важно, мы это можем, так сказать, делать как нам угодно. Вот. То есть вот так это работает. Поэтому никакой потребности в языковом министерстве, законы языка, они едины. Мы все их используем. Вот и все. Причина, почему мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы нас поняли другие люди. Точно так же другие люди хотят, чтобы поняли другие люди. Поэтому все используют одни и те же законы. Но нет какого-то начальства, которое бы говорило о том, что вот порядок слов предложений должен быть такой, там согласование, там времен и все прочее, прочее, прочее. Такого начальства нет. Это система, которая сложилась сама из-за того, что людям надо взаимодействовать друг с другом. Право – это язык взаимодействия людей. И ранговость, и клановость – это полезные очень штуки. То есть они, собственно говоря, и делают возможным то, что эта система работает. Вот. Да, это просто механизм ответственности. Чем вы богаче, но да, вы более богаты, вам в случае чего заплатят больше, но и вы будете платить больше. Вы потеряете свой статус, если вы сделаете что-то не так. Если король струсил в битве, он терял ранг короля немедленно. Понимаете? Если судья нечестно посудил, он терял ранг судьи. А это значит вся его жизнь. Он уже не может быть судьей, это источник его дохода.
Это, так сказать, вся его семья, извините, да, которая за ним стоит. Просто мы привыкли жить в системе, где никакой вот этой ответственности нет. Мы все привыкли, так сказать, считать, что какой-то дядя это все решает и отвечает. А там нет этого вопроса. Каждый отвечает за последствия своих решений. Вот и все. Если брать статистику по правоприменению в США, вот именно по коммерческим сделкам, то 85% споров решается в частном арбитраже, то есть которые действуют вне вот этой самой системы насилия. Да? Он сейчас уже, конечно, в нее интегрирован, но тем не менее он возник и существовал вне этой системы, именно потому что она не справлялась с решением этой задачи. Вот 85% сделок, споров по ним решаются частным образом, не прибегая к вот этой централизованной машине. А второе, что касается доверия, то вы же не с любого будете брать залог. Залог берется только с чужака, которого вы не знаете. А опять-таки вспомните различные механизмы другие, беззалоговые, которые уже возникают рядом, где-то немножко позже и так далее. То есть это всякие письма рекомендательные и прочие вещи. То есть это сплошь и рядом, возьмите, кого-то там три мушкетера, едет из Гасконии. Да, из Гасконии, бывшей британской территории, именно с этим, кстати, связан цирк, почему они его так воспринимают, потому что он другое имеет происхождение. Да, у него там письма разные с собой. Вот, это штука, которая применялась тоже постоянно и прекрасно заменяет тот же залог. То есть кто-то кого-то все равно знает. Вот. А если бы это было действительно так, то можно было бы сказать, что ирландцы, отличались в плане материальной культуры чем-то очень сильно в худшую сторону от англичан, но этого не было. Ирландия стала бедной страной уже после того, когда стала английской колонией, когда они как раз эту систему, так сказать, разрушили. Вот. Но когда проходило 400 лет вот этого там, колонизации, завоевания, как хотите это так сказать, вот говорите, они находились примерно в равных условиях. То есть то, что там существовала такая система, а там такая, не мешало развитию вот этому, так сказать, вот, каких-то нормальных правоотношений и последствий этих правоотношений в виде материальной культуры. Такие сугубо риторические вопросы, но один момент здесь стоит понимать. Когда мы говорим, что да, вот свободное общество пало под гнетом государства, проиграло войну, это свидетельствует это о том, что свободное общество слабее государства. А если государство победило государство, это свидетельствует о том, что государство слабее государства? Нет, это свидетельство прогресса. Это не свидетельство, это свидетельство регресса как раз. То есть, опять-таки, берем обычное право Ирландии, общее право... Бог английских пулеметов помогли выиграть с тем же Суданом войну. Ну а при чем тут Судан? В Суданах разных были... Абсолютно. Давайте опять-таки так, когда там начались колонии, в Африке было уже полно государств. И как раз проблемы у тех же англичан были с людьми, которые не входили. Вот, с племенами, с кланами у них были проблемы. А с этими они решали вопросы очень просто. Да? Пришел, пострелял, в этом все закончилось. Теперь это как-то все они спят. Теми же племенами решалось. Не решалось. Мы не просто были 19 век. Я очень хорошо как раз его помню. Рассказы южных морей, как они решалось? Не решалось. С племенами как раз было очень тяжело, потому что там не было вождей. Ату и хату. Нет, это всегда, война это всегда очень большие издержки на самом деле. И войне прибегают вот в таких ситуациях в том случае, когда уверены в том, что вторая сторона точно слабее. Когда есть хоть какие-то сомнения в том, что могут, так сказать, в ответ навалять, тогда никакой войны не будет. Вот и все. Вот. А то, что государство захватило свободные народы, это отнюдь не аргумент в том, что его пользу. Потому что они как бы и друг друга тоже захватывают. Да? То есть нет какой-то волшебной капли, да, которая делает это государство по умолчанию всегда сильнее. Внутривидовая конкуренция самая сильная. Какая? Самая жестокая конкуренция в мире. Какая? Внутривидовая. Человек между собой. Люди живут в состоянии социальной. Слабому в такой структуре, слабому действительно выжить. Да наоборот. Хорошо. Давайте вот. Много реформируйте. Нет, смотрите, берем Исландию. Там помимо того, что я сказал, существовала такая система, она называлась Скрипарк. Она существовала аж на секундочку до середины 18 века, практически до 19.
Это были страховые сообщества, соседи. Туда, опять-таки, было не так легко попасть, потому что нужно было иметь, чтобы вас уважали. Вот. Но чем занимались соседи? Они занимались страхованием, допустим, от потери урожая. Да? То есть, если вы потеряли по какой-то причине, опять-таки, не в силу того, что вы алкоголик, там, подпольцы и так далее, там, урожай, то эти люди дадут вам зерно на следующий урожай. Если там чьи-то дети становятся сиротами, эти люди заботятся об этих сиротах. То есть, это все, все эти системы есть. Все эти системы есть в обычном праве в том числе. Этот хрипар, он пережил, скажем так, уже падение вот этой системы свободно, но он возник именно в ее время. Вот. Там не было такого, что каждый сам за себя, как мы представляем это себе, люди дикие, каждый сам за себя и так далее. Это наоборот люди, связанные друг с другом и зависящие друг от друга, и поэтому очень добрые и внимательные друг к другу. Вот. То есть представление о том, что это были какие-то такие воинственные вот одиночки, которые боролись сам за себя, оно очень ошибочно. Скажите, пожалуйста, а в Швейцарии не является ли она примером, ну это не, ну, там не только государство, там очень сильные именно общинные вот эти вот отношения. Может быть, Швейцария как раз не является наиболее ярким примером победы вот этого обычного права перед... Но если бы не было вот этой конституции и конфедерации, которая теперь лезет во все вопросы, вот, я бы сказал, да, но, конечно, последний... Ее же очень хорошо ограничивают референдумы. Да. То есть там требуется... Здесь... Ну, вы знаете, я думаю, им уже немного осталось для того, чтобы отменить эти референдумы, сказать, это пережитки Ивановского прошлого. Они все равно в эту сторону движутся. Тем более они сделали очень много ошибок. Они отменили Ивановскую тайну себя. Вот, то есть то, на чем эта вся машина, собственно говоря, держалась. А, то есть их этот франк, да, франк, по-моему, да? Да, он тоже, если раньше они его держали, старались всеми усилиями сделать из него там, какую-то конкурентоспособную валюту, теперь они под давлением ЕС, они тоже вытворяют с ним всяческие там, неприятные просто шаги. Просто их заставляют. Ну, правильно, но если, не хотели, да. Но если и Гитлер не смог захватить, они бы могли, кстати, сейчас отбить. Вот, да, могли бы отбить уже ЕС, но они этого не делают, к сожалению. Поэтому, да, Швейцария это хороший как раз пример, вот, но это пример такой смешанной, я бы сказал, системы, где есть и государство, и очень сильные вот эти, конечно, общинные так сказать, традиции. Да, это безусловно. Вы считаете, что деградация Швейцарии в сторону государства, она необратима? Она необратима, если, конечно, ну, тут надо просто взяться за ум. Да? Но они живут хорошо, они богатые, вот, у них очень высокий уровень жизни, поэтому причин браться за ум у них нет. Ну, армия у них весьма... такая является очень хорошо организованной, и при этом она занимает, как по мне, правильное место в обществе. Да, она армия, но это армия сугубо оборонительная, да, то есть Швейцария не может ни на кого напасть по причине организации своей армии. Потому что эта армия, она приходит тогда, когда только нападают на нее. То есть когда идет сигнал, там, при зеленых свистках, когда они все собираются и дают отпор. Но их нельзя собрать просто так и куда-то повезти. Да? То есть это очень такая специфическая штука.